Всем привет, с вами Silent Tip, и в этом коротком видео я расскажу вам, как в программе GIMP сделать слои прозрачными. Для начала советую вам переключиться в одноконный режим GIMP, он удобнее. Сделать это можно, нажав вверху окно «Одноконный режим». Теперь что касается прозрачности слоев. В правой панели отображаются слои открытого в данный момент рисунка. У каждого слоя есть своя отдельная шкала прозрачности. Вот она. В ней вы можете менять значение прозрачности в рамках от 0 до 100%. 0 – это полностью прозрачный, 100 – это соответственно непрозрачный. Вот собственно и все, что касается прозрачности слоев в программе GIMP. Двигая ползунок, вы меняете прозрачность слоя. На этом можно было бы и завершить ролик, но я покажу вам пример, когда слоев больше, чем один. Скопирую часть рисунка на отдельный слой. Инструментом овальное выделение выделяю каплю. Далее нажимаю «Правка», «Копировать». Создаю новый слой вот этой кнопкой. Ну и нажимаю «Правка вставить». На новый слой вставилась копия капли. Теперь, выделив слой одним щелчком мыши в этом окне, я могу регулировать его прозрачность. При этом прозрачность слоя ниже остается неизменной. Его прозрачность, как можно догадаться, регулируется отдельно. На этом я закругляюсь. Надеюсь, мне удалось объяснить вам, как в программе GIMP сделать слои прозрачными. Всем спасибо за просмотр. Если ролик был для вас полезен либо бесполезен, ставим пальцы вверх или вниз. Если хотите и дальше смотреть мои ролики, то подпишитесь на канал, чтобы YouTube уведомлял вас о выходе новых моих видео. Зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол. Перейти на главную страницу канала можно, кликнув по моему нику SilentTipDesign под видео. Когда именно на моем канале выйдут новые видеоролики, вы можете узнать из специально созданного для этого календаря. Ссылка у вас на экране. Также она продублирована в описании под видео. Если есть желание и возможность, то можете задонатить мне немного денег. Реквизиты кошельков есть в описании под видео. Также милости прошу посетить мои группы ВКонтакте и в Одноклассниках, где я выкладываю различные анонсы и голосования. Ссылки на группы у вас на экране. Также они продублированы в описании под видео. Ну и вы можете посмотреть другие обучающие видеоролики по программе GIMP, которые уже вышли на моем канале. С вами был Silent Tip. Всем удачи!